Опа! Ребята, вы ошиблись немножко плентом. Он тут! Я готов его встречать. Тут, так, подожди. Не надо, пожалуйста, пощади. Нормально, нормально. Я думаю, ребятам понравится. Ребят, проходите, пожалуйста. Опа. А кто это тут проходит? Ага, попал. Целых 2 кп мне снес, или 1. Ой-ой-ой, ребята, на, проходите, проходите, у вас есть шансы. Ой, здравствуйте. Добрый вечер. Зачем так пугать, правда? Опа-опа, прямо надо мной. О, нет, флешка. Слушайте, у него почти получилось, так скажу. О, здравствуйте, клиентик. А что это, вот черепашки? Вот это, конечно, он гениально просто решил подкрадываться. Я его почти не заметил. Ну что, друзья, всем привет! Как вы поняли, сегодня вас ждет очень угарный видос. Я думаю, многие помнят тот самый баг с Эрконом, когда можно было подпрыгнуть за препятствием, поражать бин с Эрконом и оставаться висеть в воздухе. Для противников вы находились, например, за машиной, а ваша камера была гораздо выше этой машины, и вы могли спокойно простреливать противников, зная по ним всю инфу. Так вот, больше месяца назад этот баг пофиксили, но нашлась новая лазейка, для которой не нужно ничего прописывать в консоль, что-то скачивать или заменять файлы. Все работает просто благодаря кривой CSGO. Ладно, друзья, давайте я уже расскажу, как это работает, и мы посмотрим, что с этим можно вытворять. Присаживайтесь поудобнее, конечно же, лепите лайк. А мы начинаем. Что ж, друзья, этот баг нашел Sparkless, и давайте я объясню, как он работает. Для начала нам нужно перейти в настройки, а именно изображение и поменять режим отображения. Поставить в окне, и именно с помощью этой штуки этот баг работать и будет. То есть у нас появляется вот такая вот полоска сверху, типа Counter-Strike, ну в окне просто, режим окна, и именно благодаря этому этот баг работать и будет. Смотрите, мы садимся, например, за машину, сейчас нас противник не видит, мы его тоже не видим, но благодаря некоторым махинациям это можно исправить. Ладно, мы сели, просто нажимаем Tab, кликаем правой кнопкой мыши для того, чтобы появилась мышка. И теперь нам нужно будет зажать как раз на вот эту полоску, но перед этим прыгнуть. То есть выглядит это таким образом, мы прыгаем и зажимаем вот эту полоску сверху. То есть зажимаем примерно на секунды 2-3 и потом отжимаем. При этом не отжимая пробел, потому что если мы его отожмем, то баг не сработает. Просто мы останемся вот так же внизу и ничего не произойдет. Давайте я еще раз объясню, а то вдруг с первого раза было непонятно. Садимся за любое препятствие, нажимаем Tab, потом правую кнопку мыши, чтобы появилась мышка. Делаем прыжок и зажимаем на вот эту полоску, как раз на окно. Игра зависает в этот момент, и нужно, чтобы она подольше повисела, например, там, секунды 3. Просто отжимаем с зажатым пробелом, и вот таким вот образом выглядит вот эта вся картина. То есть мы видим выше самого препятствия, на самом деле мы находимся на той же высоте. То есть мы находимся на вот этой же высоте, но видим гораздо выше и можем простреливать противников. Ну, сейчас вы на экране видите, как это вообще происходит. При этом вам нужно держать прицел гораздо выше, потому что вам кажется, что вы вот сверху смотрите куда-то вниз, но на самом деле вы сидите вот так, и вам нужно смотреть выше. Ну, сейчас можете видеть пример на экране, то есть приходится немножко прицел выше держать, чтобы попадать по противникам. В общем, вот так вот все легко работает. Ничего особо замудренного нету. В принципе, можно потрениться там, не знаю. На своем сервере это не будет работать, сразу говорю. На каком-нибудь сервере, там в ММе это все четко работает. Можете попробовать там потрениться, если вам это нужно. Вот так вот все из-за кривизны CSGO работает. И давайте теперь перейдем в ММ и посмотрим, что же с этим можно вытворять. Ну что, пацаны, пошли вот эти все махинации 2020 года. Так, вот так берем, прыгаем, зажимаем. И все работает как часы, пацаны. Идеально. Идеальный видок открывается. Опа! Ребята, вы ошиблись немножко плентом. Понимаю. Ой, блядь! Он тут! Я готов его встречать. Блядь, тут! Так, подожди. Не надо, пожалуйста, пощади. Нормально, нормально. У меня 10 кп осталось после таких махинаций. Но первому красиво прилетело. У них читак ору. Да, пацаны, это все баги. Ну где там последний? Приходи на чай. Братишка, подваливай к нам. О, вот это ты правильный выбор сделал. Понимаю. До свидания. Вот это ты, конечно, не зря на аплент прибежал. Ну что, пацаны, и на Б приколы покажем ребятам. Оп, ой, ребята. А вы как раз вовремя, кстати, подоспели. Я как раз на месте тут. Бомбочка тоже, я смотрю, уже у вас на месте. Ой! Пацаны, как, что, нормально все дела? Пацаны, бомбочка тут у вас лежит, подходите еще. Блять, просто развалил. А я так еще красиво с разных мест такие зашли. Хакер, да какой хакер. О, появился еще, заспавнился крип.
Где-то не получается проходить под Б, они еще все на шифте пытаются идти. Все без шансов. Как бы они ни пытались. Пацаны, придумал тут интересную штуку на улице. Я думаю, ребятам понравится. Ребят, проходите, пожалуйста. Нихуя! Вы чё, ебать нахуй? У них лучшие приколы, блядь, пацаны. Отмена полная. Пиздец. Вот это муравейщик прилез. Пацаны, надеюсь, таких приколов больше не будет. Давайте я лучше вам свой покажу. Опа. А кто это тут проходит? Ага, попал. Целых 2 хп мне снесли, один. Ой-ой-ой, ребята, да, проходите, проходите, у вас есть шансы. Ой, блядь! Здравствуйте! Добрый вечер. Зачем так пугать, правда? Испугались? Так, обосрался. Так, а где у нас еще один-то, ребята? Но бомба у меня лежит. Братишка, подходи. Нужно бомбу как-то забрать все-таки. Так, 20 секунд, давай, братан. Шагом марш, блядь, марш-бросок, пошел. Ну давай, 10 секунд, полетел. Нерешительный парень. Блядь! Ты че, блядь? Ты бы еще позднее вышел. Это гений просто. На последних секундах пришел. Нормально, я думаю, пацанам... Мы, в принципе, разменялись с пацанами трюками. Я думаю, что им понравилось. Так же, как и мне, блядь, трюк с крыши. Нормальный, акробатический такой был. Так, ребята, давайте проходите на... О, о, нормально, по лангу пошли, пошли, полетели. Отлично. А чё вы все по лангу? Блядь, вы чё, спавнитесь там, что ли, или чё? Алло, ты куда с бомбой летишь? Блядь! Пошел, прострелили, пошел, пошел, давай, у тебя получится. Главное стараться, пытаться. Давай последнего. Блять, они просто с ланга наспавнились. Тихо, 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 давай, кого, кто кого. Он попытался, он просто пытался. Просто все полегли, блять. Да не все там с ланга выходили, там просто можно было эту тир устраивать нормальный. Пацаны, я тут небольшую засаду на Б устроил. Но я ожидаю, ожидаю, ребят. Опа, о, ни хрена они тут повыходили. Ну, ребята, хорош. Здравствуйте. Здравствуй, небо в облаках. Так, там справа где-то был челик. Бомбочка-то тут, ребята. Куда делся еще один? Я видел, его справа проходил, слышь? Ты не денешься никуда от правосудия. Придется бомбу как-то забирать через левую сторону. Опа-опа, прямо надо мной. О, нет, флешка! Слушайте, у него почти получилось, так скажу. О, здравствуйте, клиентик. А что это, вот черепашка, блядь? Вот это, блядь, конечно, он гениально просто решил подкрадываться. Я его почти не заметил. Где же он? Интересно, блядь. Но пацану нормально досталось, который на ящик спрыгивал, блядь. Чё с курицей, блядь? Под спидами была, блядь, она разгонялась. Она по следам контртеррориста движется. Ого. Ебать, смотри, блядь, нихуя себе, блядь. Нихуя себе, она, бля, просто под спидами курица, ебаный сыр. Её нужно устранить, Игорь, устраняй ее. Блядь. Вот, смотри, ебашит, смотри. Блядь, ебанутая курица, нахуй. Это игра сломана, блядь. Бас. Пиздец, что с ними происходит, блядь. Алло, нахуй, синхронное плавание. В пизду, нахуй, эту игру. Так, пацаны, бомба стоит. Сейчас немножечко удивим пацанов. Оба свинки пойдут, наверное. Ага. Но у меня вид интересный. Я просто сижу тут, пацаны. Я просто жду. Да. Вот подкрадывается один контртеррорист. Вычисляет плент. Все чисто, никого нет. Можно диффузить. Давай, братан. Ну, блять, да каждую коробку уже проверил по 3 раза. Долбоёб! Блять, ты чё не диффузишь, блять? Алло, блять. Он просто каждую коробку по 3 раза посмотрел, блядь. Бля, вдруг сейчас заспавнится. Сука, он даже не попробовал диффузить, он просто смотрел коробки. Ребята, ожидаю, ожидаю свою жертву. Ага, ситуация очень опасная. Это охота на волков. Так, попытка номер 2, давай. В этот раз не ящики. Ага, так, вот так вот ты решил, да? А на тебе, блядь. А где? А где? Блять, пацан когда-нибудь разгадает загадку, пацаны. Он это сделает. Так, за ящиками не было, в песках нету. Где же он? Так, ребята, занял позицию. Попытка номер 3 будет, но что-то их многовато в этот раз. Так, все, по мне нет информации никакой. Пацан уже идет на диффуз. Он убивается в УП. Ага, не понял. Нормально. А этот... Ты чё, блядь, глухой? А этот чекает. Ты чё, глухой? Я, сука, что стрелял отсюда, блядь. Сэр, а, жопа осла. Ну-ка, подожди, вот так вот. Оп. Нашли. Нашли, пацаны, есть. Есть, блядь, я двоих успел убить. Этот после выстрела даже не понял. Теперь понятно, блядь, почему он ящики смотрел и пески, блядь.
Он, блядь, наконец-таки, может быть, поймет, что это церковь, блядь, это Джайл был. Так, пацаны, мы тут устраиваем пир на весь мир, как вы поняли. Ты что тут сел? Потому что я тебя не замечу, ага. Подставить меня хотел на убийство. Дом, пирога юг. Пирог? О, блядь, взрывают. Прыгаю. Я убился, нормально. Слышь, чепушило. Нормально, пацаны, минус есть, один каленый. Настроение по кайфу. Так, пацаны, настрой кайфовый, кто на АТО хотел идти, давайте выходить сюда. Так, шорт идет, пацаны. Пацаны, тут бомбочка прошла на аплент. Она поставилась. Ну-ка, выйди сюда. Ты кого там прифуешь, слышь? Давай разбираться. Давай на узум по тебе просто стрельну сейчас. Смотри. Нормально. Пацаны, нормальные трюки. На ванге, да? Ну, пацаны, идите дефусить. Я прикрою. А, шорт идет. Нормально, смотри, на тебе на узум. Сейчас, подожди. Но! Все отлично, пацаны. Красиво сделал инсейн моменты. Спасибо багам за такую возможность. Valve, это лайк. Пожалуйста. Бля, думай! Бегайте быстрее. Идиоты! Быстрее беги. Спасибо, пацаны. Что ж, друзья, вот такая интересная новая лазейка была найдена. И да, она, конечно, очень жесткая. И я, конечно же, не рекомендую вам ее использовать. Конечно, баги багами, но бан патрулем за это никто не отменял. Вы можете спокойно отлететь в бан, поэтому поаккуратней. Ладно, друзья, если ролик вам понравился, то, конечно же, влепите лайк. Ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. У нас тут много подобной годноты выходит. А напоследок, рекомендую посмотреть наш прошлый ролик. Он тоже получился очень клевый. Что ж, а с вами был MoreGames, всем удачи и всем до скорых встреч!